помню, как мы приехали домой. Ребят, мы лифт из этого отеля, покидаем его. Честно, я прям, ну, очень плохо себя чувствую. Ребят, сейчас вот то самое утро, когда все друг другу рассказывают, что вчера было, мы делимся... Всем. Мы тебе рассказываем, что ты вчера делала. Ну, я смотри, чуть-чуть помню. Смотри, смотри, снимай. Во-первых, вот ты, вот Макс. Я просто не хотела вас огорчать. Мы, короче, сейчас с ребятами идем и такие, блин, мы как будто сейчас просто вот приехали на вокзал. И как будто сейчас уедем уже домой, но нет, у меня еще здесь неделя. Господи, как здесь красиво, я думала, ты уже просто, ну я... как вот здесь не остаться жить, не мечтать здесь жить? Это просто вокзал. Мы приехали, я помылась, потому что я очень хотела мыться. Ну, естественно, помыла голову. Мы хотели заказать еду, но не получилось. Doesn't work in карточкой, поэтому мы идти... В Макдональд пешком, 7 минут. Ребят, кто с буденищей с температурой 40 идет до мака? Настя будет Барби с мокрой головой. Учитесь, пожалуйста, берите пример. Это все сарказм, я просто теперь всегда предупреждаю. Это шутка! Настроение такое игривое с мокрой головой. Соси. Стандартный заказ Алта вот это. Мы бомжи. У нас нет денег. Мама сейчас смотрит это видео и такая, а как же ипотека? Не будет у тебя квартиры, пока ты покупаешь дизел. Мы зато и счастливы. Смотри, переход через рот. Thank you. Ребят, рассказываю интересности этого заведения. Это заведение может обслуживать единоразово 400 человек. 400 посетителей. А почему 400? Вот, смотри, написано. 94 seats upstairs. Ничего себе, друзья. Не, на самом деле, правда, но это был самый большой Макдональдс в жизни. Никогда в таком не было. Там мало того, что ты сначала приходишь туда, проходишь в коридоре, потом поднимаешься на второй этаж, потом еще проходишь в коридор, потом приходишь в зал, потом... Там много места. Там действительно очень много места. И самое прикольное, что вообще нет никакой очереди. Так, все, погнали мансовать. Подожди. Боже мой, я помню, у нас было такое же видео год назад. Год назад! Ребята, мы покушали, и сейчас... Отправляемся в путешествие. Настя, у тебя все в порядке? Я просто очень рада, что мы вместе такие, знаете, как кролики такие собрались. Ой, жарко. Всем пока. Сейчас я нахожусь возле замка Святого Ангела. Я только что записала историю о том, что, ребята, может быть, есть такие чудесные приложения на телефон? Это же просто гениально. Типа, представьте приложение, которое отслеживает твою геопозицию. И ты, допустим, проходя вот этот вот замок Святого Ангела, останавливаешься, нажимаешь на какую-нибудь кнопочку там «Замок Святого Ангела». И он тебе выдает информацию об этой достопримечательности. Ну, типа, как онлайн-гид. Это же
гениально! Я мечтаю о такой штуке. Ребята, я на месте. Сейчас будем выбирать себе брелок. Если кто не знал, я коллекционирую брелки. Ребята, какой же удобный брелок я себе выбрала. Ага. Ребят, я нашла лучше. Это ж просто гениально. Я подошла к какому-то мужику, который курил, и сказала: excuse me, which better? And he said all the same. Я такая: я знаю, можно, пожалуйста, мне помочь? И он сказал вот это. Поэтому я взяла вот этот. Мы уже были в этом парке возле замка. И я хочу здесь поучить английский, сделать домашку. Поэтому сейчас пойдем куда-нибудь на лавочку, присядем и будем учиться. Так, с подружками, в общем, собрались. О, все. Подружки кинули меня. Я сейчас минут 20 разговаривала с бабулей. Она так боится, что я останусь в Европе жить снова. Она так хочет, чтобы я жила просто в Калининграде рядом с ней. Говорит: а что ты там в этой Москве нашла? Что там такого классного? Моря нет, ничего нет. Мы даже с ней поплакали немножечко. Я не плакала 10 дней. Это для меня подвиг. Не хочу больше тратить свои эмоции на это. Я когда-нибудь расскажу, наверное, может быть, нет. Но не сейчас. Сейчас я набираю сил, наслаждаюсь этой жизнью, наслаждаюсь собой, одиночеством и становлюсь еще сильнее. Как же припекает солнышко, вы бы знали, мне так замечательно. Еще мне очень нравится проводить время наедине с собой. Не то, чтобы я не люблю проводить время с друзьями, просто вот это вот одиночество, то чувство, когда ты идешь туда, куда хочешь, делаешь то, что хочешь, кушаешь то, что хочешь, оно очень мне надо. Боже мой. Мы пришли на фонтан Штреви. Ребята, просто посмотрите на это произведение искусства и на этот муравейник. Что это такое? Кстати, все итальянцы ненавидят туристов, потому что их слишком много. Ну не все, но большинство. Вы прикиньте, вы живете в своем замечательном, красивейшем городе, а к вам постоянно припираются люди. Это ужасно. О! Стоит. Ребят, она просто... Так, ребят, здесь есть определенная традиция. Кидать монетки через плечо, стоять задом к фонтану и загадывать желание. Самое лучшее решение, которое мы приняли, это прийти сюда ночью и дождаться рассвета. Никого нет, не дождаться. I know someday we could finally be. I know someday we could finally be. Вот он.
У нас на нашем пути осталась одна последняя остановка на сегодняшний день по нашему плану. Называется эта остановка Колесео. Мы сейчас посмотрим на развалины вот этой самой невероятной арены. Колизей! Это моя мечта увидеть Колизей. Идем, значит, мы таким. Сворачиваем, видим оно. Все очень здорово, мы дошли до Колизея, но забор, он очень горький, все. Я себе натерла все уже. Все ноги натерла уже, я не могу. Это лучшее нытье на фоне Колизея. Ребят! Бай-бай! Ребята, мы идем в автобус. Автобус! Как и в Сербии, мы, конечно же, не платим. Никто в Европе ничего не платит. Прикиньте, если нажать на эту кнопочку, то автобус не остановится. Поедете куда-нибудь в Сицилию. Да, если вот так вот не помахать, автобус тоже не остановится, если вы на остановку. Доброе утро, дорогие друзья. Как вам мой голос? Уже второй день завтракаю бананом. Это круто. Кстати, считается, что итальянцы очень жадные и совсем не умеют ухаживать за девушками. У них вообще в Европе это нормально, что если ты, девочка, пригласила парня на свидание, то ты платишь и за себя, и за него. Что? Извините. Ну что ж, друзья, завтрак победителя этой жизни. Чай. Для моего больного горла ромашковый. Боже, как мне сейчас будет хорошо. Но тем, то, во что я влюбилась, это маленькие пиццы. Выглядят они как пирожки. Просто грешно. Я взяла две таких штучки. Если проголодаюсь, ну, оставлю банан, нутелла маффин. В Маке у меня счет вышел 5,50 евро. Это у нас стоит 1,50. Я не помню. Наверное, евро. Ну вот, вот такой вот завтрак. Время стоит столько. Ребят, у меня просто ступор, когда я начала все это выкидывать. Ребят, если что, это на выходе из Макдональдса. Мы идем туда. Покушала я, значит, и решила, что мне нужно куда-то пойти. Я нашла памятник какой-то или фонтан, я уже забыла. И он находится прям в парке. Я такая, о, это то, что надо. В Италии все катаются на этих байках. Это как будто их национальный транспорт. Кто смотрел мультик «Лука», тот поймет. Иди блинчики готовь. Повариха пошла работать. Готова. Кайф. Ну, его поберешь, и когда-нибудь поберешь, он нам какой-то. Ванильная. Просто мяу.
друзья, новый день, и я теперь пошла гулять не одна. Я потащила Чану, единственный человек из этих двух людей, кто согласился все-таки погулять. Но это было тоже сложно сделать. Она пыталась уснуть 150 раз. Я ее будила, говорю, все, пойдем, я не спала, могу. Я спала, а Петя меня разбудила, такая, пойдем, пожалуйста. Мы сейчас идем в то прекрасное место, где я была вчера. Вот такие деревья. И я всем советую, кто будет в Италии, прийти обязательно. Вилла Боргезе называется это чудесное место. Тут как будто бесплатный ботанический сад. Тут есть очень много всего. Мало того, что куча растений, деревьев всех видов, фонтаны, озера и так далее, так еще и архитектура. Я просто в восторге. Смотри, что там такое, а? Блин, какая красота! Взяли с собой настоящий пикник. У нас идет пакет, мы так, чтобы там узнали. Очень страшно. Хорошо, что он порвался, не порвался. Какой красный наборчик прям у нас. Уютнее обстановки я давно не видала. Чана такая говорит, блин, а что нам делать? У нас нет открывашки. И я такая, как это? Ребята, это самая лучшая покупка в моей жизни. Опа. Ребята. Обалденно, да. Она очень вкусная. Она чуть-чуть похожа на эссе, только вкуснее. Я эссе не пробовала. Напиток для бомжей, я поняла, для школьников. Я в свое время эссе и все, и пошла. А я в свое время выхныкила. Вино выхныло. Самый популярный из дешевых вин. Она такая, знаешь, ядерно сладкая, прям как компот. Просто идеально не бывает. Я поменяла друга. Настя под Барби настолько любит гулять, что ей легче поменять друга, с которым она будет гулять. Главное, чтобы хотел друг гулять. Все, неважно с кем, главное гулять. Это раз. Во-вторых, в каждой стране, будь то это Мальта, не знаю, Испания, Италия, Франция, все что угодно, Настя под Барби пойдет сначала гулять одна, найдет свое место, зарезервирует, обоссыт, пометит территорию и будет туда возвращаться, когда ей грустно, одиноко, заниматься английским там, все что угодно, вообще снимать контенты, считать мелочь, как на Мальте. Типа, все что угодно. И я сейчас, мы выходим, типа, я говорю, в какую сторону пойдем? Она такая, пойдем туда, я говорю, к твоим лестницам, да? Да. Да, да, да. Друзья, ну вот это я. А на Мальте Ред Фарм? Да там много твоих мест. Да там вообще, Мальта, это мое место. Этот остров, эта страна, это мое место, и все. Кстати, мы хотели туда полететь, но Чана получила визу, и мы туда не полетим. Грустно? Грустно. Почти год назад мы с Максом такие, невероятное место! Невероятное место, да, невероятные люди. На карте. Невероятная новость. В данный момент присутствуют невероятные люди. Люди, компания. В невероятном месте. Просто, ну вот эта лестница моя. Но на самом деле у меня появилась более favorite place. This is park in Angel. Самый популярный парк Рима приглянулся Насте. Теперь он не парк популярный в Риме, а парк популярен, потому что его выбрала Настя вот парк. It's me. Ну, красиво же, хорошо, но на улице вообще. Не понимаю вас, людей, если честно, которые спят до посинения, до обеда, до вечера. Я за self-care, окей? И типа я люблю ухаживать за собой и своим телом. И если мое тело говорит мне, Максим, окстись, перестань ходить, полежи, я ложусь. У меня чуть-чуть по-другому. Настя, окстись, перестань лежать, ходи. И так каждый день. А у меня так было тоже в 21. Видимо, я просто молодая. Побежали. Та-да-да-дам.
Господи, как он дергается-то, дрыгается, ёпарцы-то. Вот попка-попка пошла вот это. Мне мы наснимали слезливых повов. Но я хочу еще. Ребят, только я могу ходить на шопинг уже четвертый раз в Риме в аптеку. Покупочки. Это просто невыносимо. То, что со мной происходит, я не знаю, что это человек такой болеющий. Это моя мама Максим, это мой папа Чана. Мы едем на тусовку. Вторая и последняя тусовка. В Риме, точнее в Италии. Первая тусовка была в Милане. Я их просто вот сквозь зубы просто вот умоляла поехать. Родителей своих. И эти тетки старые, они согласились. Наконец-то, слава богу, я безумно счастлива. Мы едем к нашему другу, к диджею Качу. Это чел, с которым мы... У нас фит. У нас вот новая песня вышла. You got it. Называется You got it, yeah, you got it. И у нас в этой песне есть два человека на фите. Это диджей Mass and диджей Catch. And now we're going to диджей Catch. Едем, короче, на его сет. Короче, едем к нашему 40-летнему другу. Ребят, мы уже здесь, если что. Вот такая вот толпа. И я вам хочу сказать, что я очень сильно извиняюсь перед моей мамой. Почему? Потому что... Она... Вообще-то, добрый вечер. Я отвечаю здесь за волю твоей мамы. И я не понимаю, как так вышло, что ты ослушалась и уговорила всех нас пойти в клуб вместо того, чтобы лечиться, остаться дома. Это все вина вашей дочери. Да, я признаюсь, что я виновата в этом всем. Также мы в данный момент, мам, прости, но я в Риме последние 2 дня, и я не могла себе позволить просто лечиться. Дочь, ты что, ёпта? Очень люблю твою маму, реально, очень. Обожаю. Мы все любим. Про боженька, как сказала? Боженька обидится и не будет тебе посылать хороших мужиков. Так и сказала. This is our friend, DJ King. Okay, let's go, guys. Ты забрал! Это уже сильно!
хорошо. Сегодняшняя тусовка прошла успешно, без никаких последствий. Мы уезжаем домой. Вот это да, вот это ковид. Ковид? Что это за ковид? Это что, денежку придавать. Ага. Если что, Макс порвал штаны. Штаны, покажи дырку свою. О, еб... Твою мать, у меня пол... 4:20, мы дома, наконец-то, господи, я жива. Тусовка была отличная. Я иду за водой. На самом деле, не так уж все плохо. Я боялась, что я конкретно заболею после тусовки. Но, как видите, первая фраза, которую я сказала, она даже звучит нормально, а не... Мы заканчиваем эту поездку. Что? А как так быстро? Ребят, мы заказали это ровно 5 минут назад. Меньше. Боже, я очень счастлива. Мы наконец-то сегодня поедим после тусовки. Знаете что? Я завтра улетаю. Все, мы сегодня вот проводим меня этим человечком еще 2 дня. А я уже завтра. Бай-бай. Ну что ж, друзья, доброе утро. Приезжаем в вот это место, где я сидела и читала книжку. И сгорала. Мужик кайфовый город Рим. Мне очень понравилось. Ребят, я наступила в Ливуте. Теперь мы все чемоданы в ней. И мы красивы. Как вам 500 рублей за булочку?